Приветствую вас на канале Red Cat. Сегодня мы продолжаем проходить ивент. И сейчас вместе с вами мы будем выполнять третий квест, третье задание. Как я выполнил предыдущие два задания, вы можете посмотреть в этом видео, ну и заодно взять бесплатный смартфон. Да, в видео я его называл планшет, мне показалось, что это планшет, но это на самом деле действительно смартфон. Кстати, довольно-таки неплохой, я когда-то его даже в руках подобную модель держал, и он довольно-таки интересный. И вот сейчас, ребята, стрелочки подсказывают мне, что мы уже пришли на место дислокации и будет у нас сейчас лава-обби. Так, подходим вот сюда, вот светится. Угу. И подлетаем, улетаем куда-то в космос, на другую планету. Ну что, ребята, мы уже выполнили задание, так что можно нажать оранжевый прямоугольничек и забрать свой следующий приз. Что я и делал. Congratulations, ты открыл что-то ненужное тебе. Ну, пусть будет. Сейчас, ребят, задание номер 4. Это собрать 100 звездочек. Ну что ж, замечательно. Будем сейчас вместе с вами собирать эти звездочки. Довольно-таки быстро. Я немножко ускорю наше видео, чтобы мы с вами не ждали долго, пока я добегу и соберу все свои 100 звездочек медленным шагом. Вообще, хочу сказать, что очень красивая карта и очень много еще локаций, которые просто закрыты. Вы можете самостоятельно исследовать карту, тут много чего интересного. Чтобы все не показывать, не рассказывать, оставлю это вам, чтобы вам было интересненько все это исследовать самостоятельно. Ну что, ребята, мы выполнили 4-е задание, это было несложно. Сейчас отправляемся выполнять 5-е задание. А что это? Это использовать 3 разных эмоции на Кибер Сити Арену. Как раз я пришел к этой арене, видите, все так удачно сложилось, и сейчас мы выйдем на нее и попробуем использовать наши 3 эмоции. Давайте смотреть, вот наши эмоции. Кстати, у меня всего их 3 было. Неудивительно. Так, я получил какие-то там звездочки, и вместе с этим мне дали 6-е задание. Собрать 20 stars, звездочек, на Shapefile Obby. Так, а вот, смотрите, справа, видите, как раз написано, что это Shapefile Obby. Shapefile — это падающая форма или падающие фигуры. Ну что это в этом духе? Не shape, который ютубер. Нет, нет, это shape, это у нас о другом. Ну что, ребята, собираем мы наши, собственно, 20 звезд. И, кстати, там, где я прохожу, эти действительно фигуры пропадают, обваливаются. Так, мне мешает тот челик, который передо мной забирает все мои звездочки. Все, он ушел, и теперь я могу спокойненько их собирать. Собственно, это как мини-игры. Вы видите, что идет подсчет, сколько вы их собрали. Ну, какой-то рекорд можете поставить. Ну, это если вам интересно это проходить и в это играть. Замечательно. Следующее задание — собрать 100 звезд на Ripple Obby. Так, там у нас лава Obby был, это у нас Shape. Идем искать и читать все таблички. Так, видите, здесь тоже что-то интересное откроется скоро. На этой карте еще много чего закрыто, и это очень круто, потому что со временем оно все откроется, мы будем... О, вот, Ripple, точно, название Ripple, значит мне сюда. Сюда отправляемся, опять прыгаем. Тут уже нету наших указателей, что именно туда нужно стать, но мы и так это знаем. Прыг, скок, и мы должны собрать 100 звезд. Ну, 100 это уже побольше. Но ничего, попробуем все их подсобрать. Слушайте, опача. Оно как-то, мне кажется, быстрее идет. Там написано 100, я собрал 8, и у меня уже почти заполнено. Тут, возможно, ребят, возможно. На этих планетах за одну вот такую цветную звездочку тебе дается там, к примеру, 10 или там 5 обычных звезд. То есть поэтому у меня сейчас, видите, очень умер. Идет счетчик по-другому. Я собираю намного меньше, а мне засчитывается намного больше звезд, которых я не собирал. Ну все, ребята, я прошел и это сложное испытание, в кавычках, и сейчас могу отправиться на следующую локацию. Так, ну что, прыгаем, падаем, неважно уже, да? Давайте умрем. Меня стало очень много, я рассыпался, я сломался, и все, меня никто теперь не починит. Так, хорошо. Perform at Cyber City, говорится в задании. Это что значит? Это значит, что нам нужно опять отправиться на арену. Как я уже и говорил, ребят, смотрите, видите, Coming Soon написано. 27 дней нужно ждать.
А здесь сколько? А здесь 13 дней. Ну, получается, каждую неделю будет открываться какая-то новая. Он там тоже 34, вообще 34 дня, что ли, да? Каждую неделю будет открываться какая-то новая локация, и мы на ней будем находить что-то интересненькое. Возможно, там будут у нас новые задания, которые мы сможем пройти, только когда откроются дополнительные арены. Ну, это как вариант. В любом случае, ребят, мы отправляемся с вами дальше. Мы отправляемся в Perform at Cyber City задание выполнять, которое для меня показалось немножко сложным. Сейчас покажу почему. Так, ну что ж, Enter Arena. Заходим в нашу арену опять. И смотрите, что такое Perform? Perform — это какое-то действие, это что-то я должен показывать. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Я танцевал, я прыгал, но понял, что это не то, что требуется квестом. На самом деле нужно просто нажать на вот эту вот зеленую кнопочку, видите? Я вот тут вот бегаю вокруг этого смартфончика раскладушки, и вот здесь вот есть кнопочка, вот она. Нажимаем. Теперь выбираем арену, на которой вы хотите выступать, танцевать, и потом уже подтверждаете ее. Можете цвет выбрать и так далее, освещение. В общем, я выбрал, допустим. Теперь, ребята, видите, я шестой. Я шестой в очереди. То есть мне нужно подождать, пока выступит 5 человек передо мной. И только после этого я смогу выступать. Поэтому я, конечно же, это промотал. Вот, смотрите, справа Red Cat. Видите, я в чатике уже первый. Написано мне, вот, единичка. И сейчас я буду наконец-то выступать. Вот, этот сладостный момент настал, ребята. Ред выступает на сцене. И у меня на сцене будет машина, на которой я протанцую до утра просто на этом постаменте. Можно выбрать эмоцию и потанцевать. И вот, ребят, сейчас получаем второй бейдж в этом ивенте. И можем уже отправляться смотреть, что же я там получил. Напоминаю, что вот этот следующий приз мы можем получить только 20 мая. И то, если мы достигнем 11 уровня. В принципе, как бы тут буквально 3 задания. И все будет замечательно. Так что уже 20 мая ждите новое видео, где я покажу прохождение квестов. И давайте посмотрим, что это, ужас какой. Как я выжил? На мне написано краш. Ну да, я, конечно, краш. Я, конечно, красавчик. Но что-то мне это не очень подходит. Что ж, ребят, на это пока все. Спасибо, что смотрели. До встречи. Пока.